мы наоборот хотим ближе к нашей публике и показать все, что происходит в группе внутри. Поэтому мы старались снимать все самые такие интересные моменты и вставлять в DVD. И, соответственно, может быть, следующий DVD мы выпустим, наоборот, быть искренне душевный. Очень серьезный. Очень серьезный, да, со всеми другими моментами. В принципе, и в этом DVD тоже все искреннее и серьезное, только еще очень правдивое. Без топа совершенно секретно, то есть вся правда. В принципе, никакого и не было, по большому счету. Просто так получилось. В принципе, это там рэндом такое получилось. Часов, наверное, 250. На концертах? В рамках Science Aventure. И на автограф-сессиях в магазинах. Мусторг. Готовы как никогда. Ну, в принципе, да, у нас уже было немало туров, и мы, в принципе, постепенно шли к такому большому масштабному туру, так что все в форме, так сказать, моральной и физической, все уже отыграть концерты. Немножечко оттянем этот момент, чтобы посмаковать. Чтобы была оттяжечка. Да, такая. На слабую долю. Ты сделал ход в пользу жизни. Ну, будем играть песни с нового альбома, которые раньше не исполнялись. Потом кавер-версия одна будет очень интересная. А также мы едем еще там практически со всем своим аппаратом, так что за звук и шоу отвечаем своей головой. Новые песни будут. К тому же мы новые песни будем презентовать. А, и да, еще несколько новых песен будет, так что все будет серьезно. Видео уже все смонтировано, осталось только дело с сведением саунда, чтобы... Так сказать, чтобы было покруче. Да, чтобы картинка со звуком совпадала, и чтобы все эмоции, которые люди переживали на этом концерте, при вставлении диска в свой DVD, как бы тут же раскрылись. Новый год отправлять. Новый год, да, а потом писать новый альбом. Писать новый альбом, да, немножечко отдохнем и уже... Отдохнем, а потом на да. Ну, мы скоро будем в твоем городе, если ты не придешь, ты будешь жалеть об этом всю свою жизнь. Значит, ты придешь на следующий?